Так, друзья, мы на острове Кипр. Приехали с собакой на самолете. Где наша собака? Вот. Собаку сунули в чемодан и провезли как ручную кладь. Представляете? Поселились в отеле. Как наш отель назывался? Дурмане Бич. Кажется так. Смотрите направо. Открывается вид на море и на остров Крит. Смотрите, какое увеличение острова крутое. Смотрите, там, по-моему, люди загорают. Очень большой остров. Очень большой. Море такое лазурное, сочное. Хочется прямо окунуться в него. Но не взяли с собой купальник. Сейчас пойдем в магазинчик, затаримся купальниками и будем вовсю плескаться. Собака получает наслаждение по полной. Смотрите на собаку. Собаку зовут Белла. Это наша девочка. Что-то ест уже. Ну, очень тепло. Температура где-то 35 градусов тепла. Песочек теплый, водичка, просто парное молоко. Смотрите, какое дно. Дно просто волшебное. Белла уже оценила. Моторка плывет, катает туристов. Видели? Смотрите, какое небо. Просто сказка. Мы попали в сказку. Смотрите, друзья, как шикарно. Такого вида вы нигде не найдете, ни за какие деньги. Смотрите, какие там еще острова. Смотрите. Турция, наверное. Да, там уже, видать, Турция. Я вижу уже. Жарят шашлыки. Пограничники он. Да. Граница тут рядом, да. Но так близко видно остров Крит, это просто невозможно. Это что-то невероятное. Ветерок теплый, ласкает своим бризом морским таким, средиземноморским. Песочек мягкий, горячий. Там чуть-чуть подальше женщина кукурузу продает. А вот там, вот сейчас я покажу, там порт. Оттуда можно поехать в развлекательное морское путешествие. Покататься от души на целый день. Слышите этот звук волн? Просто что-то невероятное. Я всю жизнь мечтала тут побывать. Наконец-то муж привез меня с собакой. Как нам так удалось собаку провести, я не знаю. Две дырки сделаю нормально. Да, в чемодане две дырки, ручная кладь и вперед. Засували туда. Воздух оттуда стало нормально. Дети дома остались, не захотели с нами ехать. Им Карибы подавай. Да, им Мальдивы, Бали. А нам на Крите самое... Самое-то нам и Крит сойдет. Смотрите, какая водичка. Прямо через экран передается эта теплая вода. Понимаете, она парная. Мы вам обязательно еще покажем другие места. Но это One Way Beach, просто сказка. Если вы думаете еще, не решили, куда ехать, где получить свое солнышко, обязательно приезжайте. Никакой
нам не помеха. Это слово говорить нельзя. В общем. Слово номер 19. Нам не помеха. Да. Палочки в нос и вперед. Ничто нам не помешает этим летом отдохнуть как следует, друзья. Увидимся в следующем выпуске. До свидания.